Ярославлю было доверено проведение 1-2 ноября, по всей видимости, в спорткомплексе «Атлант» будет проходить первый официальный чемпионат России среди юниоров. Вот. И на этот чемпионат планирует приехать президент федерации, естественно, Федор Владимирович Емельяненко. Мы планируем организовать встречу Федора с губернатором Ярославской области. Вот. И сейчас очень упорно готовимся к этому турниру, потому что это большая ответственность и большая честь.